интересное, но для этого нужно вам, у вас, наверное, нет еще полной какой-то спонсорской организации. Для этого надо найти хороших спонсоров, для того, чтобы не только в школах показывать, а и на украинском уровне, чтобы это развивалось, так как это не в нашем городе только, а и в других городах. А также я хочу сказать, что, ну, очень интересное, но и очень прям, ну, печально, прям плакать хочется. То, поэтому хочу сказать, что молодежь никогда к этому не прикасалась, к этим лекарствам, к этим каким-то наркотикам, что жизнь хороша и без этого, что можно быть хорошим, я занимаюсь спортом, можно лучше заниматься здоровым образом жизни. Спасибо. Спасибо.